кулаком. Я очень доволен сегодняшним заседанием. Люди, которые приходят заниматься профессиональным футболом, им нужна стабильность. Они должны ставить задачи, они должны растить игроков, они должны брать из ДСШ молодых игроков. А если через 5 туров нечем платить зарплату, нет возможности купить мячи или бутсы, тогда зачем это создавать? Это подло и это обман.